Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Пузлиева. За неустановку счетчиков штрафовать не будут. С 1 июля платить за отсутствие приборов учета коммунальных услуг будут управляющие компании ТСЖ. Об этом сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович на рабочем совещании у Дмитрия Медведева. Для должностных лиц штрафы составят от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц от 20 до 30 тысяч. Граждане платить штрафы не будут. Дворкович выразил надежду, что принятые меры позволят простимулировать процесс установки счетчиков и завершить работы к 1 января 2015 года. Дайджест недвижимости. На физкультурников и 8 открыты продажи квартир. 12-этажный дом был сдан в декабре 2012 года. Сейчас ипотечная корпорация начала реализацию со свидетельством на право собственности одной и двухкомнатных квартир. Напомню, дом по адресу физкультурников и 8 числился в списке домов с обманутыми дольщиками. В сентябре прошлого года по поручению областного правительства КРИК выкупила у граждан их доли, после чего достроила дом. Цены на квартиру можно посмотреть на сайте организации. Дайджест недвижимости. По данным портала Росреал, средняя цена квадратного метра в июне в Кирове 44 тысячи. Рост по сравнению с прошлым месяцем составил около 1,5%. На вторичном рынке стоимость жилья составляет 45 тысяч рублей за квадратный метр. Земля подорожала за месяц на 5%. В июне за сотку придется выложить в среднем 63 тысячи рублей. На этом все. В студии работала Дарья Пузлиева. Дайджест недвижимости.